Привет. Всем привет. Сегодня вторым слоем, мне кажется. Масло покрывает. В общем, вчера вроде солнца не было много. Сейчас вот тоже. Но. Молдова вылез на 5 минут или что? Или там через облака, короче. У меня вот сейчас спина, не знаю, видно, не есть. Вся спина сгорела у меня на солнце. Поэтому сегодня я умная, сегодня я с собой спрейзила вот. Вот. Я с вашим набором тоже, ты вот средний выключил. Ух, от загара. Большой? Да, 30 вот здесь вот защита. Уже напшикалась. Это тут соседка сейчас подходила, собаку привезла первый раз сюда. Дог большой. Это же дог был, да? Это дог. Да. Сучка была, сучка. Короче, я ей пипку потрогала, сейчас увидите, покажу. Вот, и погладила. Schön, das ist gut. Sie hat dies ängstlich. Ja, und sie hat aber Angst, deswegen ist sie. Все закончила. Вот я, конечно, нанесла защиту от солнца. Не знаю, наверное, еще и поверх, наверное, сгорела. Надеюсь, нет. Надеюсь, помогло. Так. Сейчас еще пойду покажу, что я сделала. Вот здесь я прополку сделала. Вот тут я прополку сделала. И свои, типа, садила пионы. Древовидные. Потому что в горшках им совсем плохо. Надеюсь, они этот оклемается. И травку. Ну, с кем ты болтаешь? И травку посеяла. Нифига, ты тут забубенила, Светка, молодец. Мастер Светка, да? Я так устала, и террасу красила, и этот. Отдать столько денег. Я вот сюда. Сюда цветочки хочу посадить. Ты мне купишь цветочки? Купишь. В следующие выходные здесь цветочки посажу. Нужно землю будет купить и цветочки. А папа с Сашей вот здесь все обклеивают. Okay. А вы тут все обклеиваете. Uh-huh. Тут вот все обклеили. Тут все обклеили. Тут, короче, везде все обклеили. Ты все сняли, обклеили. Вот все. За следующую неделю начнется тут все. Надеюсь. Да. Стулик сюда притащили. А то сидеть еще неудобно. Не поесть нормально, не посидеть. Моя розочка. Сегодня вторая соседка. Я тоже оценила. Пахнет она, конечно, вообще. Ровно и нормально. Thank you.